Всем привет, ребята! С вами я, Кирилл, и мы сегодня снимаем эту замечательную игрушку под названием Doors. Как мы все знаем, в нем вышла обнова, и я с Сашей. Да, всем хай. Пошлите. Да, всем... Среди толпы сложно заметить. Вот сюда, Сань. А ты еще где? Вот сюда. Слышь, как он сейчас сюда зашел? Он не зашел, это люди еще не загрузились, типа, понял? А, типа, понял. А че, если мы будем сейчас 4 человека? Норм. Короче, я... Давай кое-что... Давай сейчас постоим в ту... Давай в лифте постоим пару секунд. Я хочу баг проверить. Не помню, какой еще баг? Так, вот мы его. Вот этот раз был гай, капец. Давай вот так вот стоим. Давай тут стоим. Стой, не выходи, не выходи. У нас вообще капец лагает. Кирюха меня не слышит. Я тебя слышу прекрасно. Чё? Может вернуться, может вернуться? Не, может вернуться. А ты тут что-то видишь? А что я здесь должен видеть? Смотри, что у меня сейчас будет. Ну. В руках. Сразу понятно, Рыбанцы. Потратил деньги и купил себе сразу витаминки. В смысле, я их не тратил? Потом поймешь, нравится, что было, что произошло. Я крест нашел. Где? Вот здесь над дверью чисто висел. На ролике позыришь. Я даже... Подожди, давай монетку заберем. Саш. Я еще хотел предложить. Ты знаешь, что предложить? Давай фигуру уберем. Не, мы ее не сможем убрать, но достижение получим. Давай уберем. Ну да, мы ее только не сможем убрать. Ну и что? Я хочу. Ну попробуй. Secret Wave. Или давай сохраним крест и потратим его на амбуша, если что. На амбуша, амбуш лёгкий. Не знаю, я в последнее время в обнове перестаю замечать, когда амбуш летит. Прям вообще. Я делаю себе погромче, потому что я вообще без звука играю. Тут фиг услышишь. Фиг усляпус. Ой, что? Не понял. Магическое достижение получено. Фиг усляпус. Ой. Чего? Фикус, ликус, пикус, слякус. Я тебя не понимаю, человек. Я Спайдермен. Ладно. Саша, подожди, какая дверь? 88-я. Восьмая. А здесь, в принципе, одна дверь. Нет, иди за мной. Ну ладно, все золото мое достанется. 10-я. Да подожди ты меня! У меня свечка. Моргала? Нет. Подожди ты меня! Проходим без Саши, потому что Саша меня в прошлом не сдал. Хочешь прийти, хочешь прийти? Ты ж понимаешь, что мы потом на картинах следующих запоримся? Ничего страшного. Хорошо, я на всякий случай оставлю картинку. Да, 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 да. Ой, моргает. Я чуть не ждал. Хочешь, чтобы картина пропала? Нет. С чего бы? А у меня она пропала. Потому что ты не можешь беречь картины. Беречь. Мы пожертвуем картиной. Картина пас. You bebricks, bombrick, bebra.
Так, ребят, давайте мы вернемся, когда дойдем уже до, хотя бы до первого глаза, окей? Всем пока. Да, что ж, ребят, мы не дошли до глаза, но мы нашли первые глаза. Слышь, какая там дверь была? Ладно, ребят, вернемся, когда найдем первый глаз. Посмотрите. Что ж, ребят, мы нашли глаза. Глаза? 32-я дверь, если что. 32-я, да? Are you bad, bro? Yes, I can. Почему-то в своем этом ролике я очень часто начал упоминать слово БЭБРА. Почему мы не используем зажигалку? Хороший вопрос. Мы здесь. Беги! Беги, Ева! У тебя витаминки есть. Да не, я витаминки потрачу либо побегать фигуру, либо. Так, ребят, мы пока что бежим, и нам все норм. Прямо. Направо. Какого фига меня тпхнуло? Подписчики, вы сами, наверное, все видели. Меня почему-то тпхнуло. Я прошел. Мы одновременно, реально. Реально? Да. Знаешь, а где, собственно-то, ключик? Подожди, где он еще был? У меня гений. 42-я дверь. Джек! Капитан Джек! О, я знаю Джека. Он... Если ты будешь... Знаешь, что ты будешь встретить? Угу, надо чисто выходить. Так, давайте, ребята, чтобы вам был получше... Блин, а мне псыкнуло. Где? Ай. Так, мне осталось один удар. Я собрал к тому же... Давай я про фонарик рублю. У тебя фонарик был? Да. Не, не надо драйвить вот эту фигню. Свечку? Я сейчас буду еще раз сюда скинуть. А-а-а! Пошел вон! Знаешь, как угадал? Тут ключ! Знаешь, как угадал? Нет. Рассказать? Не надо. Тебе это светло? Да, у меня здесь светло, норм. То мне просто тут иногда подлагивает, мне 46... Прячься! Так, а что он так долго? Он долго? Да не, он быстро. Подожди, а на какой вообще? Да вот же. У меня там вообще плохо. Мне капец лагает. Да не знаю, у меня тоже. Это с обновлением так лагать начал. Только сейчас заметил. Подожди, нафига? Ребят, давайте мы вернемся, когда соберем все книги. Ребята, ребят, я хочу вам сказать, сейчас фигура сломалась из-за того, что мы играем вдвоем. И она пошла по той части, по которой еще никогда не хватило. Что ж, ребят, сейчас у нас момент истины. Я хочу убить фигуру. Не знаю, меня убьет она или нет. Изыди! Так, ребят, это было супер страшно. Так что, ребят, вернемся, когда найдем последние книги. Что ж, ребят, мы, короче, сейчас вот смотрим на Сашин листик, потому что мне лень доставать листик. И здесь сейчас фигура. Саша, не понял. Саша! М?
Что происходит? Почему Саша взламывает? Чего? Это ж невозможно, Саша. Ты просто не боялся фигуру. Чисто, Саша. Коль у тебя есть витаминки, давай. Для чего нам зажигалка? У меня есть. Ребята, взаимодействуем с скелетом. Ничего не произошло. Да, я вижу, я не использую в таких комнатах. Тебя везет. Разломанная комната, ребят. Чтобы вы понимали, ребят, без Саши я 10 раз старался это заснять, и у меня не получалось. Я же Извиняюсь. Стой, подожди, смотри, иди ко мне. Ой, не сюда. Иди за мной, вот сюда. Где ты? Что это? Направо, нет, налево. Что, ребята, происходит? Саша какой-то... А для чего ты меня сюда привел? Ну, пошли рубильник откроем. Да я... Где нам рубильник найти? Да откуда я знал, что здесь есть какой-то рубильник секретный и секретная дверь? Тут рубильник должен быть. Ты что-то видишь? Mm-mm. Так, ребят, давайте мы вернемся, когда найдем рубильник. Что ж, ребят, мы нашли Мы дернули за рубильник, но дверь не открылась, потому что открылась там вроде бы дверь, наверное. Или нет? Пацаны, мы не открыли рубильник. Вот он, рубильник. Вот мы нажимаем на рубильник, потом идем туда. Саша, может мы должны пройти полностью игру, а потом за вот это хвататься? Конечно. Так пошли проходить игру. Три. Ой. Почему ты меня не предупредил? А ты не видел? Нет, Саша, я не видел. Ну, теперь я из-за тебя еле жив. Иди сюда. Там бластер. Где? Спасибо. Блин. Спасибо. Пошли. А вот из-за тебя, потому что ты так спешишь, мы бы сейчас открыли бы вот эту комнатку. Да потому что мне лень, для чего? Давай пройдем игру, а потом уже будем отдельное видео снимать. Конечно, сделаем. Тут замок. Отмычки. Отмычки? Да. Откуда вы отмычки? Я только что здесь нашел. Подожди, даже ты ключ не нашел. Подожди, стой, не надо. Я же даже не вижу, где ключ. Так, ребят. Вернемся, когда найдем ключ. Так, ребят, мы нашли ключ с Аней. Открываем. Ну, точнее, ты нашел. Ну, мы с Сашей, потому что ты меня... Куда? Свет! 58. Беги! Три места, скользко, три места! Чё? Что ты крест не используешь? Я говорю, крест не используешь.
Саша, а ты не забыл, что мы его использовали на фигуру? Да. Что ж, ребят, мы дошли до 71-й дыры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и всем удачи. Адиос!